26 апреля 1986 года случилась самая страшная трагедия в послевоенной истории советского народа. Авария на Чернобыльской атомной станции поставила на грани жизни и смерти миллионы людей. И, как всегда, в трудный час на помощь пришла армия. Михаил Панков, начальник автомобильной службы Белорусского военного округа, отправился в опасную командировку в числе первых. Лариса Кучерова заглянула в личное дело генерала. Большая территория Украины и Белоруссии подверглась радиоактивному загрязнению. Эвакуированы жители более 100 населенных пунктов. На автомобилистов были возложены наряду с другими 5 основных задач. Водителям требовалось доставить личный состав к местам работ на станции непосредственно и окружающей ее территории. И делать такие выезды по нескольку раз в день, потому что люди трудились на станции не более 3-4 часов. Дезактивация зараженных населенных пунктов, вывоз радиоактивного грунта, участие в строительстве заградительных дамб, интенсивная поливка дорог для предотвращения пылеобразования. Эти и многие другие задачи решали подчиненные генерала Панкова. В первый год после аварии он десятки раз выезжал в зону катастрофы. Не было у нас среди воинов белорусских случаев отказа от выполнения задач или какой-то симуляции. Наш солдат, белорус, он всегда вперед, невзирая ни на какие опасности и трудности. Картина опустевших городов и деревень, в которых еще недавно бурлила жизнь, врезалась в память генерала. Глядя на безлюдные улицы, он вспоминал о другой, еще более страшной трагедии, выпавшей на его долю. Великая Отечественная война вошла в дом Панковых, живших в небольшой сибирской деревеньке Драчевка, летом 41-го. В августе отец Михаила, Иван Степанович, ушел на фронт. Воевал в пехоте, с боями дошел до Восточной Пруссии, где пропал без вести за 3 месяца до победного мая 45-го. Не вернулись с фронта и 2 его брата. Когда отец ушел на фронт, мне было 5 с небольшим лет. Нас у матери осталось 3, и нужно было выжить в то время в условиях Сибири. Самое главное – дожить до весны, не замерзнуть, не умереть с голоду. Выпавшие испытания закалили характер Михаила. Получив аттестат о среднем образовании, он в 1953 году поступает в Челябинское военное автомобильное училище. Первые офицерские должности – техник дивизиона, а затем начальник авторемонтной мастерской гаубичной артиллерийской бригады большой мощности в Слуцке. Спустя годы, пройдя многие командные ступени, Михаил Панков вновь вернулся на белорусскую землю. Службу в штабе округа выделяет особо. Одно из ярких воспоминаний – участие в военных парадах, где он выступал в качестве водителя VIP-автомобилей. Были замечательные, на мой взгляд, машины отечественного производства. ЗИС-110 за 8 лет парадов, которые мне пришлось осуществлять в Белорусском военном округе, никаких остановок или ситуаций, близких к этому, не было. Навыки вырабатывались тренировкой. Важно было провести машину без резких рывков. Надо было постоянно помнить, что сзади стоит или командующий, или его заместитель. После увольнения из вооруженных сил генерал Панков долгие годы возглавлял Белорусский центр переподготовки и трудоустройства военнослужащих запаса. И сегодня, в канун своего 80-летнего юбилея, он полон сил, энергии и планов на будущее. Я вспоминаю армию сегодня как величайшую школу, которую должен пройти каждый человек. Но пройти ее достойно.